Самое большое чучело на Масленицу уже было сделано до нас. Но мы не отчаялись и решили, что... Нам необходим настоящий прорыв. И нами было принято решение сделать самое маленькое чучело для Масленицы. Поначалу из-за погоды у нас не получалось ее поджечь. Поэтому мы решили позвать наших друзей из соседнего южного парка. С тушением, кстати, они тоже обещались помочь. Давайте потушим ее.